Всем привет-привет, и вы попали на мой канал, и сегодня мы будем с вами проверять, как попасть в забаненный дом в Брокхэвене. Ну, а мы не будем медлить и начинать. Для начала нам нужно найти дом, где нас забанят. К примеру, этот. Потому что он сверху, а нам нужен той, что снизу. Вот, например, вот такие, как там. Так, как видите, я уже телепортировалась. Если он владелец, то это очень хорошо, и он сейчас нас заблокирует. Ну, как я вижу, ему сейчас не до того, и он нас пугает. Поэтому мы пробрались в этот дом и будем искать сейф, чтобы владелец нас заблокировал. Знаете, впервые я так говорю, чтобы меня заблокировали. Наоборот, когда я просто себе играю, меня это бесит. Хотя сама так делаю. Так, ребят, беда, я не знаю, где здесь сейф, поэтому ищем другие дома. Так, ребят, я уже пробралась в дом, как вижу, я уже здесь есть его владелица. Сейчас мы ищем сейф, срываем его, и она нас блокирует. И да, еще раз повторю, впервые говорю это с радостью. А сейчас бежим, и она нас блокирует. Так, ну давай, ну, блокируй. Не понял. Чел, ты в меня не стрелять, мал, ты меня заблокировать, мал. Ну ладно, давайте подыграем и ее повзрываем. Она меня заблокировалась, мало. Ну, я сейчас тебе покажу, на кого ты нарвалась. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позиции, 4 позиции, я сейчас покажу, как ты привез. Ладно, ребят, пошлите следующие дома искать. Я нашла и уже ограбила дом. Ура! Ура! Ну, наконец-то хоть один человек понял, что меня нужно заблокировать. А теперь ищем людей, которые нам поможут, и идем пробираться в этот дом. Так, ребят, я уже на месте, для этого нам понадобится тележка, но сами вы можете быть маленькими. И вам понадобится взрослый человек, которого еще не заблокировали, и с ним нужно пройти в дом. Берем этого пуцка и... Во! Ура, ребят, и это оказался рабочий лайфхак, смотрите. Это уже не ложь, и сейчас я вам еще раз покажу, только уже на втором доме. Вот, смотрите. Кстати, за кадром я еще пробралась в сам дом. Приступаем к следующему лайфхаку. Для этого нам нужно создать вот этот дом, только вот этот. Теперь мы забираемся наверх, там, где вертолет. Нажимаем на кнопочку и... Блин, ребятки, печальная новость. Оказывается, этот лайфхак только для тех, у кого уже есть премиум. Этот вертолет за премиум. Честно говорю, не знала. Но то, что нужно сделать, то посмотрите по ссылочке в описании. Ну, а мы приступаем к следующему лайфхаку. Для этого лайфхака нам нужно создать любую машину и сесть в нее. И важно кого-то подобрать, ну а так, смотрите, машина сама типа пролазит без проблем, а мы, так скажем, не очень. Но по сути вы, когда туда заберетесь, то вы будете внутри. Но, как по мне, самый рабочий лайфхак это с тележкой. Вот, смотрите, я полностью в дом пришла. Ну а на этом заканчивается мое видео. Всем спасибо за просмотр, особенно тем, кто просмотрел это видео до конца. Ну а всем пока-пока!